Слушайте, я продолжаю читать ваши сообщения некоторые, к сожалению. Пишет девочка Таня, 30 лет. Пишет, 2 года замужем. Муж говорит, что он меня ненавидит. Подарков не дарит. Постоянно избивает. И недавно узнала, что у него есть любовница. Наташа, подскажи, что делать? Таня, вот давай абстрагируемся, да, от этой ситуации. У меня есть собака. Настоящая веселая собака, и недавно, вот сегодня с утра, она залезла в клетку, сама залезла в клетку и начала скулить. Скулила минут 10, потом заметила, что дверь открыта, вышла и вон цокает своими копытами, радостная вся в собачьем своем счастье. Вот смотрите, Татьяна, вы же умнее собаки. Если вам не нравится в клетке, так выходите из нее. Если вам нравится сидеть в клетке, так не скулите. Просто вам нравится сидеть в клетке, скулить. И чтобы вас все жалели. Но это вы ошиблись адресатом.